ты будешь хуже. Но. А ты что, не пьешь вообще? Не, ну как? Ну так, знаешь, побаловаться люблю. Любишь, да? Все так говорят. Не, ну если водку вот такое, то я ее вообще, я ее не переношу. Для меня эта водка как печенка, да. А вот виски, вот такое вот, да, ничего выпить могу, там коктейли всякие, то не все. Ты себя недооцениваешь. Почему? Не знаю. Да, блять, сука, я даже ману себе. Вы мне даже каску не дали. Лог без каски. О. Я еще без лапы. А не, лапа есть. Приста бафа нет. А есть еще гимн на ману? Есть. Давай тотем поставлю. Хоть гимн от хил, сакры. Когда герб? Ну никогда, потому что КД 30 минут. Поднимайте этот диплом. На нем показывают, типа ХП есть. Показывает. Бред как. Какой-то бред, потому что, ну я не знаю, как он, я офигел просто. 50 сагей был, да, там 50 с чем-то. А сейчас способило было? Что-то я не видел просто, что способило, я похилил бы их. Только хотел сказать, что они напряжены. Давайте гроз для павших, кто там падал у нас. Ты всем дал я. Нет, не всем. Всем. У нас же от КДшилось оно. Да нет, КДшилось 2 минуты КД. А, я понял, я ж понял. Дай, пожалуйста, шамановскую печеньку. Ух ты! Спасибо. Пожалуйста. Покорить.
Знаете, что заметил? Пришли, шорох навели, люстру скинули здесь. И чё? Все. Это заклинание еще не готово. Может кто спекнуться, танк отойти нужно? Там БДК есть, QE, Моровинт. Пошли. Обнажите клинки, соратники. Власть поменяй. Будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Бля, что это такое? Выманите их сюда, и мы вам поможем. Поднимите людей. Помогайте, точнее. Могу ножом поднять. Капец, третий целка так не напряжно идет все это. Чем крутой целка было? Бывает, это ж... А сколько ДПС был? Блин, что-то этот жопу сейчас начинаю рвать. И без маны. Да, блин, тут... Наверное, залейте. Там шаман отошел, понятно. Так вы можете тоже сделать этот целка веселым. Это вообще какой-то у меня... Вы шутки придумать не можете, что ли? Да? Не поздно уже просто. А зачем шутить? Молча идем, все нравится. Видишь, не нравится, не возникает. Пойду я пообщаюсь с Олежем и другом. Да нет, это вообще шутки про питеров не нравятся, то скучный рейд не нравится. Это нет, я пойду с твоим другом пообщаюсь. Можно? Кем другим? С Камикадзе. Ты меня отпустишь? Я не знаю. Он меня аркаждает. Ну этот как его, блядь, забыл. Какой у него там еще ник? Ты его друг, да?
Да ты его, по сути. У вас там какие-то мутки. Да я не знаю, кто это. Ну этот, блядь. Блять, какие у меня там еще ники? Умершая, я знаю, есть. Он еще ГМ гильдии КТР отдалет. Ну, я таких не знаю. Я знаю, сам... что он, ну, я знаю, что он дурачок, а так я его не знаю. О, Лёлик, точно, Лёлик. Зачем ты с ним будешь общаться? Хочешь его гильдию? Не, так а чё мы здесь молчим, как на похоронах? Ты так рассказывай. А что говорить ему? Голова и так болит к концу дня сейчас. Два часа, два с половиной. Ну, вы видите. А там с ним хоть подтренить здесь. Можем, да. Можем объединиться. Доп ИП сорвать и все, и спать спокойно. Можем объединиться с ними. Поговори лучше про... Поговори лучше с Норексисом. А что с ним? Не знаю, по-моему, это просто заныл за ГП и все. Насчет него нет. То, что он там сдал меня, мне как-то фиолетово. Не, до этого еще был момент. Нет, я это тоже объяснял, что я на нем не отбомбил вообще того, что... Не, ну это понятное дело, здесь ВРК ты объясняешь спокойно так все. Что вот он не прав, а... Ну, в ПМ писал, типа, конченый пидо или что-то в таком роде. Нет. Я ему написал, типа, вы иди ты нахуй, и все. Я ему больше ничего такого не написал. Потому что он меня немного подзаебал. Сидит, свою тактику придумает, и все, я его поэтому послал. А WhatsApp что, не играет? Нет. Все, он забил новых. Лёлик. Лёлик. Дайте каску про лук и лап. Ну расскажите, какие там сейчас гильдии есть, что проносят? Этот, как его, бульбулятор собирал гильдейский состав. И они убили две РСки сегодня, даже три, по-моему. Я у них забрал чешку на танк. Ну ты уже добирай ЛК-25 герц, Алчата. Так, Гутербол хила. Кто у нас еще может похилить? Ладно, этого хватит. Вот поставьте шкаф. Это какая гильдия? Муравей. Это по-моему было в Великой Орде. Наверное, давно было очень. Великая Орда. Волонар, ты тут? Думаю, так начнем. Ладно, давай просто по ФКш пока. Погнали. Еще бульбулятор мне сегодня сказал, что мы забирали с собой сердцейку. Кто? Чтоб мы с тобой это забрали с Эрсейку к нам в гильдию. А он денег даст, чтоб ее забрали? А? Пусть денег даст, чтоб ее забрали. Или каждый день платит абонплату. Так с Эрсей не удалила же все персонажи? Удалила, но потом установила за деньги. Все обратно тоже? Да, 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 кроме паладина. И еще она то, что Бригих удалила, она его потом купила. Ну, задонатила. За 700 рублей. Пиздец, бля, честно, правда, если честно. Да. Кто кого удаляет? Кто давайте... кого удалили еще раз? Там персонажа какая-то дура удалила, и сильно не обсуждаем. По непонятным причинам. Ну, можем тебя осудить. Ну, лучше меня осуждать, это непонятно. А так ты удали какие-то персонажи, потом снова купи. Какая? Вам не пофиг, что там она поудаляла? Просто мне... долбоёбом за свои собственные деньги, нахер надо? Мне она как человек не нравится, мне все равно на нее. Вот отличная стратегия. А кто именно тебе нравится, Олег?
Нормальные люди. А это какие назовники? Шпионский, химика. Вот футбол, Crash Blood, Apple Box. Что-то маловато. Больше, чем одна это. Бля, я проебал портал сейчас. А не, не проебал еще. Не, я так и не понял. Ты решил задать вопрос подъема, наверное, да? Молодец. На рейде кто? Там сказал, что его. ДЦ. Соло. Не надо мне ПС. Кламен, подними, пожалуйста. Чип правильно. Чип тебя так работает. Кого поднимать? Apple Box подними. Скачай Xperl, блин, я не знаю. Скачай DBM. Xperl лучше, чем просто фреймы? Да, конечно, разумеется. Чем? Ну, не знаю, интерфейс приятный на глаз. Показывает дебафы нормально, приятные на глаз. Циферки. Ой, не циферки, а цвета. А нельзя его сделать так, чтобы интерфейс был такой же старый, как и раньше, просто какой-то профит из него вытащить, не знаю. Не. Просто интерфейс вот этот устраивает, а их теперь он все в квадратичный. Да. А я хотел бы, например, чуму увидеть, всякую хрень еще. Так. Чума тоже, я вижу на Xperl чума. Нет, на Xperl, я к тому, что нужен Xperl, но с старыми фреймами. А я обычные рейд фреймы мне не показывают их, поэтому... А хилбот нахер мне не нужен. Поэтому каким-то образом нужно видеть чуму на фрейм рейд. Как его фрейм? Да, слишком сложно, по-моему. На рейд фреймах, короче. Чисто улучшенные рейд фреймы лучше нужны. Подавите лево вверх, лево вниз. Блин, столько всяких неадекватов в последнее время по кикнуть было. Поэтому сейчас рейды такие тихие, да? Без них даже как-то скучновато стало. Где самогон? Что его, кстати, не видно, не слышно. Так, Жезл. Нового давайте порулим. Олег, а ты пойдешь на ОФ? Нет. Чего, тут пол гильдии пойдет, а ты нет? Удачи. Удачи в грядущих битвах. А когда пойдете на ОФ? Что-что? Ну, он шутит, походу. ОФ — это хуйня. Хуйня. Просто денег нету, так скажи. Все, что выше вотлов, это говно. Да. Все правильно. Сколько там надо? 140 гривен на месяц. Самая лучшая игра в мире — это Ведьмак. Warcraft — это говно. Самый лучший — это Ведьмак. Это книг. А играть. О! Джейми, пускай. Трися, напиши ему в ВК, чтобы заходил. Будет весело. Особенно вот эти уебанские ветки талантов, блин. Согласен. Паладины Таурены. Вообще пиздец. Какого только паладины Таурены? У кого только, блин, фантазии хватило. Вообще дурачки, блядь. О, смотри. А тут голос другой совсем.
Кого у тебя? Ну, убери, да. Да, кстати. Что, пачку, может, приведем? Да, вроде. Лайфхак для рестер-шаманов. Юзаем тотем магмы, набиваем 600 тысяч по трэшу. Так, минутку отойдем. Ну-ка, сколько я набью? На 600 тысяч я, наверное, загнул. Видите мимо этих, как их, дракончиков? Мне, ну вот, я набил уже 70 тысяч. Это больше, чем Афукашище Моравинт. Фукаши, я этих дракончиков все убил. Давай. 120, 102 тысячи набил уже. Просто кнопку нажал одну. Ну, сейчас, наверное, походу вообще очень много будет. Больше, чем Холокоста набил уже. А что будет, если вот каждый из класса будет максимум выжимать от Джериона? Так вот, эти инсты будут проходиться за час 35. Смотрю, как Холокоста Ванда бьет. Аж плакать хочется. Тысяч тотем набил. Ну, 5 хилов. Гутербол тоже спикнешься. Значит, людей нет на сервере, уже никто не пишет. Соответственно, объединяться с какой-то гильдией. А, гильдии нету. Жесть. Подожди, Козырь, ты ж не был в адептах? Это я тебе с холодец был. Я сейчас в этом рейде только 3 человека с адептов, именно которые долго были в них. Больше месяца. Это я, Войт и Джериум. Жесть. Знаешь, больше двух. А кто в Dark Star вступил в этом году только? Есть такие тут люди? Я. Ретрия. Нифига себе, сколько людей тут новых. 3, 6, 7. Ого. Холокоста наёбывает. Понятно, да. Плюс я.
Чё вы плачете? Вы вот на X3 еще не играли. У нас онлайн был. У нас онлайн был в последнее время. Альянс Орда. Ну, может быть, человек 40 от силы. Совместные рейды. Нет, это на X3. Совместные рейды мы ходили. И Альянс, и Орда, ссылка. И то у нас не фулл рейд был. А сервак как называется? Который закрыли, Либерти. А, это... Все, я понял. Либерти. Спятайтесь, хилок. Видели, фаербол улетел куда-то в пустоту? Как моего пета улетел, красавчик такой. Кстати, блин, так нифигово было, тихо было, ё. Играл на БК, когда там маг, короче, пустил глыбу огненную в какого-то типа, а он на ракете или на чем летел, бля, не помню. Он улетал от него, блядь, пиздец на всей карте. В это, в пустоверте просто. Забафайте друида, пожалуйста. Давайте забафаем рейд. А в катаклизме же маги вроде на ходу кастуют, типа ожог вот этот или как-то вообще больно. Да. Да, все дебилы там на ходу кастуют. Пиздец, какая-то порнография. Это с катаклизма началось. Каску катаклизма. Шаманы хилят, хилинг сёрч какой-то у них там. Ходят, в общем. Вышел из-за колонны, начал кастовать, зашел за колонну, докастовывается, вышел. Проходит каст по союзнику, обратно зашел, короче. Ну, да, мне лично нравится умирать в этом регионе. Если минус у тебя. Каску бафы дайте по этим друидам, и лапы еще дайте. Сейчас подождем 40 секунд, откадаешься гер. Дадим спор. О! Что-то новенькое. Ну, я помню один райд, когда одна взлетка была в гере. Ну, одна взлетка это когда. Она первая, после первой взлетки села, потом притянула, потом сразу геру даешь. Но это надо дамажить, чтобы примерно на 50% была как, во время притяжки, типа. После первой. Не-не, после притяжки остается секунд 20. Да не 20, там больше. Не, так чек на пункт. Джерин, вот ты спишь, когда дать рост? 16 минут. Ну с пула это шляпа. Тут тоже потеряешь. Верин, скажи, когда лучше дать рост, пожалуйста, умоляю. Ни в чем, да тварам каску. На второй фазе, после второй выбыли из геры, все метки. Ну погнали, на второй фазе тогда дадим. А, стоп, на второй фазе, типа, на, может после второй взлетки, после первой взлетки ты не будешь? Да, когда она сядет. Каску дай. Короче, сейчас не давай просто. Кто каску, блядь, бафает? По магам дайте каску. Диплом. То я не знаю, блин. Когда я слаку с касками, я, типа, не знаю, хочу спать. Заебанный весь. Вот, походу диплом с первого босса съебаны. Отбежали. Отбегайте быстрее. Это ловушка. Тебя. Тест на сонливость, да? Так пиздец. Давайте метки вперед. Фридом. Фридома не было. Пацаны, дайте фридом по конскому. Дайте, далеко забегайте, левее с краю падает. Бежали заново. Справа тоже так коварно падает. Не бейте метку, за которой стоите. По 100 тысяч. Кламен, поднимай Элвима. Центр падает. Поднимай быстрее, пожалуйста, подними быстро. Ожидался рост. Прошло 6 секунд роста. Его только сейчас поднял.
Дайте еще один рост для Элвина. Дайте баф ему, каску, кулак, пистобаф, кулак. Давай Сакру. Стата Баланар, бегает. Акубокс поднимай. Вылетел, надо было спросить. Да нет. Если бы он вылетел, он бы сразу написал в чате, типа, что вылетел. Никто не понял прикола, да? Так, на мне метка, прошу заметить. Дань на поклон сказал. Короче, темная скорбь, это что за гильдия? Где делали темную скорбь? Короче, там вот один чувак написал про темную скорбь, я его обманул, написал, что все у нас, и она появилась. Может, он пойдет в нашу гильдию. Хотя это чего там левела. Хуёво. Ну чё, блять, больные нахуй, или чё? Делать нехуй, что ли? Гуси, сука. Ну давайте тогда, я сейчас накидываю ГП всем. А чё, где? Падаем. Всем, кто не был в метке. Так. А чё, блять, бьёте метки-то? Валик, что ли, вместо меток представили, или чё? Да расслабон ловит, блять. Да какой разъебать? Вы на приколе, как Джерин говорит. Так, Клеймен, Гетто, Бестмод, Киуве. Освобождаются. Бля, сложно хуярить всем ГП за метки. А хули сложного, блять. Смотрите, вот потом и увидите, что, допустим, вот стоял самый крайний метки, и он ничего специально не пробовал. Там, короче, вот, ну, прям на видео видно, стою за меткой, там, 3% хп у метки, блядь, я отхожу, последняя глыба падает, ее давай дохуяривать, ну, предпоследняя падает, а ее давай дохуяривать, типа, как будто там танк стоит, блядь, какой-то, протопал, блядь, БДК, блядь. Зачем вы вхуяривали и вторую потом разбили? Ни в чем нам по ледяным склепам. До половины бьете и стопаете, блядь, доты свои вешаете. Да не, это хуйня, стоп. До 100 бит, блядь. Двадцать пять человек в этот побьют, будет не 100 там, блядь, а 5к, блядь. Что мне подсказывает, что это все ничего не надо. Давайте. Мало смысл чуть показывать урон. Давайте баф, каску давай. Типа просыпайся, каску давай. Лапу. Бля, я сейчас стою постоянно каски. Я не успеваю следить за ними, как они падают. Блин, скачай экспирал, там показывается, кто умирает. Да, да есть мне экспирал, если включить его, начинает подглючивать. Тогда лучше без каски, наверное. Мне сейчас не было силы кричать на вас просто и кидать ГП. Я еще, кстати, ни разу не слышал, чтоб ты орал.
За звездой! Влад, дайте ханту. Так не хочется повышать голос. Мысль сдать. Все. Мне проще кикнуть с гильдии. Давайте запускаем. Эй, пламя насос. Следите, пожалуйста, за морожением, когда у хилов освобождена магия. Так, диплом где-то. Все, вижу. Так, прячемся за метками. Видите черепа, если там протопал? Слева падает. От черепа все отошли. Уйдите из-под черепа, будем эту метку разбивать. Забежали за глыбы. В середине падает метка. Череп надо слить. Убежали с черепа. Лови диплом. Клайм, есть БР? КД. Бисквот, поднимай. Давай, бисквот, поднимай Манелтера. Я же сказал заранее, за две бомбы сказал, что череп будем разбивать. В чем проблема? Без Гера? Да, давай рост. Дайте бафы по Манелтеру. Лапу дал. Просто баф еще. А он не может. У него маны нету. Бежали. Когда там взлет уже? Как обычно, 3%. Опять нам не метка. А ну-ка, если я встану вот так вот. Где-то на каком-то видосе я смотрел, что люди... 5 человек с метками становится очень близко, но не так, чтобы вайпнуться. И выходит монолитная такая стена, где просто можно встать и прятаться за эти, ну, за бомбами. Это пиратка какая-то, наверное. Я не помню, было так нафиг или нет. Да, я думаю, так можно сделать. Встать каким-то треугольничком. Дополнительный дамаг там проходит. Двойное ХП углы будет и продамажит людей, которые будут вставать. Нет. Ну не так, чтобы сильно. Вот видишь, сюда же бомба никогда не упадет. Так, диплом под босса, короче, потом об этом говорим. Милики отошли. Сливайте сразу. Под босса мелики отходим. Метка не бей перетяжку.
Battlebox, давай попросим. Давай вправо. Вентадора вправо. РДД метку сливаем. Милики босса. Под босса клаймом. Дубовую кожу прожми. Давай сакру диплом. Встали, скинули стаки. Один дал, наверное. А под босс, давай под босса будет притяжка. Метку не бить. Ох, сейчас бы кто-то хлопнул хорошенько так. Давай в сторону уноси метку. На ком там метка, я не вижу. Туда не выносить не надо, потому что туда дышит синдра, ты можешь умереть. Второй раз это повторяю. Клык хочу, сука. Соло надо тебе? Только на офф, если да, хули. Давайте рольте на офф. Ты ролишь? Не-не, пусть эрдро лучше. Опять покоритель. Твою мать. Пиздец, ролл. 1, 2, 3, 4, 5. Двойки не хватает, давай кину двойку. Давайте, кто кинет двойку, 100 ЕП. Сука. Это не возможно. Так, вместо... Вентадора получал, КВ получал. Клаймонт получал печенье? Нет, Клаймонт нет. О! Кто кинул? Холокоста 2. Идея заразная хрень. Один сказал, все 500 роллов кинул. Ну повеселились хоть. Да я кинул тебе покорителя. Да и поэтому не кинул? Да, не видать мне сегодня печенье. Да ладно тебе. Да 4, сколько? 3 покорителя упало. Ну фиг с ним, ладно, в следующий раз. Ну, если сейчас упадет 4, то тебе пойдет. Да, тоже кот в мешке. Ты можешь... Бля, вот бы пораньше РТ было, я бы на все эти ходил. Так это вторая целка. Нет, имеется в виду, до этого в будни. Почему лишь 5 часов собирать эти целка? 12 по бишке. А какой 5 часов? Будьте работать. Заходите, собирайте. Я не могу собирать такое в 5 часов. Ты откуда сам будешь? Из Киева, что ли? Ну да. Да, ну ясно. Тоже из Киева. Киев — это пиздец для меня. Согласен. Сколько разница? 4 часа. С Москвой у вас сколько разница? Час ноль. Сейчас нету разницы с Москвой. Ноль, да. Да, так бы я не собрал бы это сейчас. Что будет после этого ЦЛК? Может, РС будет, если вы хотите. Так. Хотим. По тактике.
кружок станет фрешблад, ром третрия диплом трусы, трава наваль, кружок лень, ромб бестмод, трусы диплом. Как-то так. Соло диск... Я могу все вальки станет. Ну хорошо, первый, тогда посечу по команде, я скажу метку и застан. Лень, ты кружок, вторая волна валик. Ну что, Светодар, хиль танка хорошенько, потому что я рейлю и буду спамить цепуху там и не особо следить за танком. Клайм, готов? Да, я готов. АДК у всех спеки сужены, надеюсь. Ты с Глорой ходишь и дубишь спеки. Я помню Глору этих бурбулятора сролил. Один нашел. Один и сролил. Поклонский готов, все, погнали, запускаю. Прибыли, наконец, хваленые силы света. Олег, продажи язык 500 рублей. Да, это будут тупые вопросы. Будут тупые ответы. Ты же хотел мне продать. Ты восстановить не надо давно. Ну и за 500, ты там за 50 косарей, по-моему, ходил. Давай за 50 тысяч продам. Нет, слишком много. Нет, только нет. Понятное дело. Ты себе хочешь купить? Конечно. Ну, имеется в виду Dark Stars, ГБ, вот это. Просто перекину всех людей на другое имя и все. Будет так, герои! Ясно. Шаркаря забирай, РДД перебежали в звезду. Ты чё? Не, бля, это... Баннер нитку. Мне кажется, этот чувак троллит сейчас. Перебежали. Я думал, мне показалось. А мы успеваем на доп ЕП? Перебежали РДД. Ладно, тогда не буду специально за него вайпаться, потому что будет хил вынести метку. Что это за дерьмо сейчас было, Мак, объясняй. Или я тебя кикну с рейда. Перебегайте все. Блять, может он еще и глыбу бил на седре так? Утербал выноси. Авантадора, ты тут? Прием. Раз, два, три. Милики, ловушка. Смещайтесь в РДД зону, в РДД в звезду. В звезду встали. Все, перебежали далеко, далеко бежим, отбегайте. Шустрый шам. Красава. Так, хилика, давай гимн на ману, ставлю тотем, заливаю минеры. Все, без лута на этом боссе. Не знаю, даже на следующий рейд, наверное. Это я без комментариев оставляю. Что он сделал?
Не знаю, зашел в специальную ловушку. Я не могу назвать это лагами. А кто это, новенький? Какой-то Саня 6.1, 7К, ГП. Инер еще есть? Кому? Кому Инер? Тебе? Да, кидай мне звезды. Пожалуйста, проклятие на босса повесьте. Так, ДПС неплохо так. Мистика. Стали в звездочку. Фрешблатер, Этрия, диплом станем. Давайте через рамку играем. С центра все вышли. Трусы. Осквернение. Элвин, выноси. Не прыгать, восквернение. Не прыгать, не прыгать. Сказал же не прыгать, сука. Выйдите с этого осквернения. Стали в звездочку. Лень, кружок, бестмот, ромб, трусы, диплом, если откатится. Блин, давайте вот сюда встанем, звездочку, смещайте сюда. Все, выбегайте к трону. Сквернение, лень. Фартануло. Играйте кружок, трусы. Через трусы сыграли. А, ромб, блядь. Убили ромб. Трусы сыграли, трусы, трусы, 200 тысяч. В центр не идти, с центра выйдите. Вот этот Крюгер, выйди с центра, осквернение же там будет. Все, давайте сейчас идем в звезду. У нас 6 секунд, чтобы встать нормально. Встали в звезду. Фрешблат, ретро, диплом, встанем. В звезду встали, как на первых вальках. Сыграли вальки, перед вальками не стоять. Инеры, пожалуйста, залили. Все, я сел по ману. Сейчас после скринения поем гимн на ману. Хильте танком. Apple Box. Apple Box и гимн на ману спели. А погоди, может, не надо. Сейчас тотем откатит. 30 секунд. Встали в звездочку. Маны вообще нету, жесть. Сейчас тотем через 30 секунд. Есть гимн? Дал на ману. Давайте, станы вальком, лень, бестмод и диплом, и переводим лича. Веди лича на край сейчас. 1%, все на край. Все. Лужа, лужа, лужа. Отойди. Не в лужу, только не в лужу. На край, все на край. Чешка КД. Тоже КД. Ну, вот этот лич получше будет. Пока что. Кружок бьем. Кому ману? Ману кому? Анрикс у меня. Есть еще гимн на ману? Есть. Давай гимн. Сферки. За сферами следим. Пу-пу. Отдаю чешку. Ну, не надо было сейчас отдавать чешку. Откатим от комнаты. Ну, комната через 10 секунд. Вообще-то. Что у меня есть? Так, давайте сферу добить. Остался только кружок. Так, у кого там стоит аура на тьму? Паладины. Представим. Кого?
Ставьте. Вместо Frost Resist ставим на... Кто сейчас поставил? СС вешать на кого? На Клайма на повесе. Мастер Аур дали. Да, пробегаем. Блять, застрял. Это было близко. Так, бьем духа, кружок. Есть еще гимномана у кого-то? А, есть. За едой. Ладно, давай. Там у меня есть это, спасибо. Давайте, отошли к трону, сейчас будет осквернение, дистанцию набрали, выносим осквернение трона, там духи сейчас спускаются. Все, идем к порталу. Все, по мане четко все. Переставляйте мастер аур там на паладины. Отдаю чашку. Ну, ты вот, лучше давай, когда мы идем, короче, идет какая-то бомба и рейд на 50% проседает. Хорошо, понял. Просто с пула ее, с пула, не знаю, просто рейд. Ой, молодец. У меня хрень какая-то произошла. Я вообще в другом месте окажу. Давайте звездочку. Есть динамо. Ну, поставьте фрешботл баллы. Ставьте тьму, братишки. И мастер аур сразу дает. Вот сейчас можно чешку прожать. Что я и сделал. Хотя одна секунда до выхода, ладно. Давайте, все к порталу, духи спустились. Духи. Возможно, последняя комната будет. Сквернение, Холокост. Духи. Блин, прожми что-то. Я не вижу, чтобы у тебя было КД на БЗ. Да, это последняя комната. Через 15 секунд чешка откат. Дальше. Сейчас можно чешку давать мастер аур. Блин, без ардру все захиливается, с лицешкой нормально. Так и да, лучше чашку отдавать, когда написал, согласен. Ну, понятное дело. Капец, мы уже привыкли в три хила ходить. Поп на всех боссах. Давайте к порталу. Все, не понял. Хоть да, взрываешь духов там, не знаю. Либо подожди, как-то что захилят, либо прожмешь что-то. Да сори, я просто от этого. От духа убегал, лужа впереди была, поэтому не успел. Доп ЕП. Так, Вентадора. Ровно-ровно вроде как. 17, а нет, не 17.
Волонтадора, ты ВК? Он писал там что-то, что он залагал. Сейчас прочитаю. Я залагал, что-то очень извиняюсь. И все, после ничего не писал. Я его ВК. Так он алкнутый. Если в этой комнате кто-нибудь умрет, то лич стопудово вырастет, правильно? Да, правильно. Так, мне тут не нравится, кто его до кадета повысил. Он два раза на профи умирал. Мне не понравилось, что он как будто специально забежал в ловушку, чтобы нас вайпнуть. Мне это не нравится. И а сейчас... Там же раньше заметки ставили же минус. Начал косить. Ну, много чего там ставили. Я не помню этого мага. Второй раз, наверное, вижу. И такие приколы мне не нравятся. Да я тоже его пару раз видел. Хуй знает, кто такой вообще. Давай, ну это за ТГП полагается. А ну-ка, давай-ка посмотрим. Жаль, нет отдельного аккаунта на вторую фазу для склепов. Можно назначить человека, который будет спасать просто. Хотя ладно. Этот чувак, кстати, вообще не бил склеп. У него 4К по склепам. Ну-ка. На Синдре он дамажил на 18 место, Авентадора Лен 100. Лен 100, серьезно? Да, Лен 100. Есть у кого-то рекаунт на следующих боссов? Так, на кого? Кого конкретно надо? Ну, профа там, например. Сейчас, погоди. Да. Проф, сейчас Лен канал. Где он? Он вообще на 20 месте. 5 КДПС. А, это по ДПС, так погоди. Да, 20. Он лям 100 надо машин на плата. Гусь какой-то. Это такие сильные лаги, что ли? Тухлый пуст. Не, мне что-то не нравится этот типок. Какого хуя он так дамажит? QV он ниже, только не его. QV как он. Вместе два бега с Глорой. А можете показать полный отчет по трэшу? Вентадора 14. Да нет, трэш бьет. Если бы он... Если бы он 20 лямов надамажил, я бы его кикнул уже с гильдии. Надо мило захуярить ему. Накинуть мне 200 гп за эту херню. Так, вот вы этот, покорители. Есть. Есть все-таки жизнь. Вот тебе кот, а вот тебе мешок. Малибар, так он это, да? А можно просто так взять? Не, просто так. Вторую, если никому не нужно. Он на кошака отдай кому-то. Так чарки потестить. На офспек возьми, на мишку, типа, за 10%, там за 93 гп будет. Или у тебя две алебарды есть уже? Не, у меня одна алебарда. Я хотел просто сравнить берсерк и мангу. Ладно, давайте за 10%. Ну, гетте, если ПВП нужно, то как бы важнее. На кота берсерк. На мишку мангу.
после нас. Всем спасибо. Че, сейчас в РС-ку пойдем? Что угодно. Я освещу свое говно. Счастливого пути. Допья пай, типа, да? 3500. Джерен, ты будешь релить РС? Могу побазарить, да. Давай тогда соберем РС. Сейчас пару минут ждем.